и мобилизационные шины Rhino-Rescue. Шины бывают двух версий, на 18 дюймов и на 36 дюймов. Это примерно 46 и 91 сантиметр соответственно. Изделие не стерильно и многоразово. Используется для того, чтобы фиксировать поврежденную конечность для транспортировки раненого. Шины изготовлены из водонепроницаемого, легкого и компактного материала. Также материал является рентгенопрозрачным, то есть не обязательно снимать шину с пациента перед тем, как сделать ему рентгеновский снимок. Закрытая пористая поверхность шины позволяет легко чистить и дезинфицировать ее для многоразового использования. Сама шина двухсторонняя, то есть ее можно накладывать в обе стороны. Надо отдать должное, даже 36-дюймовая версия шины весит совсем немного, и можно легко разместить ее у себя на снаряжении.